Всем добрый день! Мы сегодня на одном из наших объектов. Это трехкомнатная квартира в доме типа корабль. Так, пройдем сначала в санузел. Санузел здесь совмещенный. Здесь будет душевая кабина. Стены уложены плиткой под бетон. Потолок белый. Так, здесь у нас узел учета. За узлом учета техническая кладка. Белой плитки не было в наличии. Пришлось приобрести немного желтоватую. Так, далее переходим на кухню. Кухня в светло-сером цвете. На полу кварц-винил, но сейчас он закрыт от повреждений. Так, гарнитура здесь еще нет. Фартук также еще не уложен. Ждем газовую службу. Потолки белые, натяжные. Далее проходим в комнату. Здесь светло-бежевые стены, немножко искажает цвет. Потолок также белый, на полу кварц-винил. Уровень пола во всей квартире одинаковый. Так, далее это гостиная комната. Здесь также светло-серые стены, потолок натяжной. Радиаторы, электрика, вся сантехника и электрика поменены. Вентиляция также достаточно уютно, симпатично, простенько, но со вкусом. Так, здесь вход в спальню. Также цвет бежевый стен. На полу кварц-винил. Еще коробочки остались от него. Здесь сделана ниша. Потолки натяжные. И лоджия. Лоджию хозяева этой квартиры решили сделать в дереве. Вагонка, возможно, будет краситься. Так, вот такая вот квартира. Все стены ровненькие, все углы под 90 градусов. Еще раз повторюсь, уровень во всей квартире, уровень пола одинаковый. Бело-бежево-серые тона во всей квартире, очень спокойная квартирка получилась. Ну, и достаточно продуманная. Розеток точно здесь хватит. Здесь был продуман технический дизайн-проект. Расстановка мебели, вся электрика разведена по проекту. Здесь еще кондиционеры стоят, будут устанавливаться. Зеленый район в Санкт-Петербурге. Такая вот квартира. Двери еще не установили. Ждем газовую службу и будем доделывать все остальные работы, которые остались недоделанными. Всем пока-пока!